здесь, да? Доступны люди бывают. Посмотришь, здесь человек умер. И здесь, и здесь. Поля были заминированы. Люди гибли. Немецкие мины были очень страшными. Гадаев Бурон. Место рождения – поселок Испанза Ургутского района Самаркандской области Узбекской ССР. Воинское звание – младший сержант. Должность – командир инженерно-саперного отделения. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии состоит с 1942 года. Я родился в 1925 году в Самаркандской области. В семье простого дихканина. Жили мы в селе. У родителей моих было 4 сына и 2 дочери. Работали родители в колхозе. Папа умер в 1940 году. Мама одна осталась с детьми. Мы, кто постарше, дети, все ей помогали. Я ходил в школу. Я окончил 7 классов. В то время, особенно для сельской жизни в нашей местности, это считалось неплохим образованием. Вот я грамотный был. Молодежь получает в школе всестороннее образование, необходимое гражданину социалистического общества. Июня 1941 года был обычный день. До этого мы и не знали ничего, жили своей жизнью. И вот по радио объявили, что началась война. Фашисты напали на нашу родину. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Война началась. Всех стали забирать на фронт. Меня сразу не взяли. Я в 1941 году год работал учителем в школе в нашем поселке. В 1942 году, когда мне было 17 лет, мне пришла повестка из военкомата, и меня призвали на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. После военкомата меня и других ребят отправили в Пензенскую область. Там мы обучались, проходили военную подготовку. Сначала в течение 3 месяцев я проходил обучение в стрелковом полку. После этого меня отправили в Ульяновское инженерное училище. 6 месяцев там я учился на сапера. Я до этого на русском языке не говорил, но во время обучения за 3-4 месяца я начал хорошо понимать по-русски. Вот в училище я начал русский язык учить, и потом уже хорошо и понимал, и разговаривал. Учеба закончена. Курсантам присваиваются новые воинские звания. После обучения мне дали звание сержант и отправили на фронт.
Я воевал в саперно-инженерном батальоне на 2-м Прибалтийском фронте и на Белорусском фронте. Я был командиром отделения отдельного штурмового саперно-инженерного батальона. Штурмовые инженерно-саперные батальоны играют важную роль в обеспечении боевых действий войск. Они выполняют задачи по инженерному оборудованию позиций, преодолению различных препятствий, разминированию местности и объектов, обеспечению мобильности войск. Кроме того, в задачи штурмовых батальонов входит проделывание проходов в минных полях, инженерная разведка, ликвидация завалов и разрушений для обеспечения продвижения пехоты и танков. Без нас наступление не начиналось. Мы сопровождали всегда войска во время любой атаки. Всегда вперед, вперед, вперед. Без нас пехота, артиллерия, танки вперед не шли. Мы с ними всегда шли. Все время вперед. Бывало, и по ночам вперед двигались. По 60-65 километров проходили. Трудно было во время войны у нас. У меня в отделении 8 человек было. Я был командиром. Вот у нас практически отдыха не было. Проходил солдаты там, где конь срывался. И зверя, бывало, будил в чащобе. Стойкостью его и отвагой восхищается мир. Если атака неудачная, и пехота отходит на свои позиции, на этот случай у нас ставили долговременные огневые точки – доты. В дотах были противотанковые орудия, чтобы танки противника не прошли. У немцев тоже были долговременные огневые точки и противотанковая артиллерия. Огневые точки маскировали хорошо. Наша задача была найти их и уничтожить. И мы, когда атака, смотрим, значит, так, здесь у них огневая точка. Пометку ставим. Для уничтожения дота нужна точная стрельба прямой наводкой. Дот подбили, значит, дорога открыта. Значит, следующая атака, когда начнется, солдаты нормально пройдут. Мы этих немецких дотов, наверное, около 100 подбили. Опасных моментов очень много было. Постоянно мы рисковали. Опасно особенно было, когда мы разминировали минные поля под огнем противника. Тяжело было очень. С одной стороны стреляют, а с нашей стороны торопят. Побыстрее надо разминировать, чтобы в атаку скорее пойти. И вот мы так разминируем и в атаку. Вперед в атаку! Для родина, для Сталина. Мы ночью в разведку ходили. Смотрим, земля. В ней немцы живут. 8 человек там было в землянке. Мы их взяли в плен. А тех немцев, которые отказывались сдаваться в плен, мы на месте расстреливали. У нас такой был приказ. Вот они, непобедимые вояки. Скоро же потеряли свой бравый вид. У меня была винтовка Мосина со штыком. В училище нас учили стрелять. Хорошее оружие эта винтовка. И чё, только очень сильная отдача была. Винтовка Мосина.
магазинная винтовка, принятая на вооружение русской императорской армии в 1891 году. Название «трехлинейка» происходит от калибра ствола винтовки, который равен трем русским линиям. Старая мера длины, равная 2,54 мм. Масса 4,5 кг. Длина со штыком 1738 мм, калибр 7,62 мм, магазин винтовки 5 патронов, скорострельность 10 выстрелов в минуту, прицельная дальность от 1300 до 2000 метров, эффективная дальность стрельбы от 400 до 800 метров. Трехлинейка стала самым массовым советским стрелковым оружием Великой Отечественной войны. Всего с мая 1941 года до конца 1944 года было выпущено более 11 миллионов винтовок и карабинов, созданных на базе винтовки «Мосин». Они не просили пощады и сами никого не щадили. Во время войны идем в наступление. Смотришь, здесь человек умер, и здесь, вот так. А когда затишье, то похоронная команда погибших собирает. Копает окоп и по 10-15 человек в один. Вот такое было. Во время войны мы все вместе воевали. И русские, и украинцы, и белорусы, и узбеки. Я со всеми общался, дружили мы, вне зависимости от национальности. Потому что я русский язык знал, и проблем никаких не было в общении. А наши узбеки, которые неграмотные были, им тяжело было. Командир скажет команду. Какую? Вставай. А они даже не смотрят. Не знают русский, не понимают, что говорят. Вот таких много погибало из-за этого. Рига. Один из старейших и крупнейших городов нашей страны. Овладев Ригой, Красная Армия освободила последнюю из 7 столиц союзных республик, находившихся под вражеским игом. Я участвовал в освобождении Прибалтики. Латвия, Литва, Эстония. Мы разминирование проводили. От мин гибло в то время и мирное население. Поля были заминированы. Люди гибли и коровы, которые на полях паслись. Страшно было. Когда мы проводили разминирование, это даже словами нельзя описать. Знаете, как страшно было. Вот здесь, вот и здесь, везде мины были. Еще в начале осени, в результате стремительного наступления, войска 1-го Белорусского фронта прорвались к берегам Вислы и сходу начали переправу. В начале 45-го мы наступали на Польшу. Боев тяжелых много было. Было время, форсировали Дон, Днепр, Западный Буг. Теперь перед наступающими лежала крупнейшая в Европе и очень глубокая река Висла. Во время одного из тех боев меня ранили. Осколочное ранение я получил. Вот сюда, в голову, осколок попал в меня. И в правое плечо. После ранения я лежал на лечении в госпитале. 3 месяца я там провел. Легко раненые и больные по выздоровлению направляются обратно в свои части. Света приехал. После лечения хорошо. Я вернулся обратно сразу в часть и продолжил воевать. Мы тогда принимали участие в освобождении Восточной Пруссии. Еще раз доставили. Восточная Пруссия – это самое тяжелое место было. Там все заминировано было.
И мы во время нашей наступательной операции все эти территории разминировали. Столица Восточной Пруссии же считалась неприступной крепостью. И вот немцы ее защищали. Очень много преград. Здесь, у входа в свою берлогу, немцы воздвигли мощные укрепления. Командование частей Красной Армии тщательно изучало систему вражеской обороны. Пояса надолб, противотанковые рвы, укрытые в железобетон огневые точки. В начале 1945 года началась восточно-прусская наступательная операция. К этому моменту в Восточной Пруссии и ее столице Кёнигсберге немцами была создана мощная система траншей, противотанковых рвов, фортов, бастионов и минных полей. Наиболее плотно была заминирована северо-восточная и юго-восточная окраины города. В западной и центральной частях города были заминированы только перекрестки улиц и дорог. В зависимости от рельефа и условий местности, немцы применяли различные варианты минирования и разные типы мин. Все противотанковые минные поля, как правило, прикрывались одним или несколькими рядами противопехотных мин. Командиров много наших погибло. У нас один генерал был. До конца войны почти дошел и погиб в бою. Очень много раненых и погибших у нас было. Война никого не щадила. Очень много и на моих глазах, и ранены были, и погибли. А я вот остался. Вот такое тяжелое время войны. Вспоминать даже многое тяжело. Сердце болит. Прими, родная земля, их безвестных. Они стояли за тебя на. Мы всегда шли вперед. За один из боев мне дали медаль за отвагу. Хотя воевали мы не за медаль. Из приказа о награждении. Младший сержант Гадаев Бурон. Действия в составе штурмовой группы. В ночь с 22 на 23 марта 1945 года на штурме высотки в числе первых ворвался в траншеи противника и уничтожил гранатами пулеметную точку, ведущую огонь по наступающей пехоте. Ходатайствую о награждении младшего сержанта Гадаева Бурона медалью за отвагу. Командир отдельного штурмового инженерно-саперного батальона майор Чуприна. 25 марта 1945 года. У нас собаки были. В нашем батальоне было где-то 20 собак. Собаки были обучены, искали мины. Вот они тоже очень большую работу выполняли. На фронтах Великой Отечественной войны вместе с людьми службу несли собаки. Они были санитарами, разведчиками, связистами, подрывниками и саперами. Преимущество четвероногих саперов было в том, что они могли обнаружить мину не только в металлическом корпусе, но и в деревянном. С этой задачей не справлялись миноискатели, а собачье чутье действовало безотказно. Всего собаки-саперы обнаружили 4 миллиона мин и фугасов. Особенно прославилась овчарка Джульбарс, которая обнаружила более 7 тысяч мин, 150 снарядов и впоследствии даже была награждена медалью за боевые заслуги. Немецкие мины были очень страшными. Страшные эти мины. У них лучше, чем у нас, было это развито. Опыта у них больше было. Отступая под натиском Красной Армии, немцы оставляли за собой огромное количество мин. Было распространено минирование тел погибших. Также мины были в бытовых предметах, от дверей до мешков с картошкой. Высокая инженерная культура позволяла немцам создавать подобные ловушки в промышленном масштабе. Советские саперы эти мины искали и обезвреживали.
Мы мины тоже ставили, делали минирование. Мы ставили и противопехотные мины, которые маленькие, и большие, противотанковые. Вот таким образом мы помогали нашим войскам продвигаться вперед. Мы освободили Восточную Пруссию. Кёнигсберг был освобожден. Так один за другим пали под ударами наших войск все 13 фортов этого немецкого города-крепости, восточно-прусского бастиона Германии. Пала цитадель. Взят Кёнигсберг, столица Пруссии, вековой оплот германской военщины. Кёнигсберг красивый город, да. Только он был сильно разрушенный. Много его бомбили. Какие там бои были. Очень сильно город пострадал. Вот там немцы попадали к нам. Они все с золотыми зубами были. Такие богатые, наверное, были. Победу я встретил в Восточной Пруссии. Мы в лесу были. Наш командир пришел и доложил. Война кончилась. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас! Германия капитулировала. Мы обнимались, кричали от радости, танцевали. Так радостно нам было. Не передать никакими словами, какая радость. Война закончилась. 20 миллионов наших солдат погибли. И вот, наконец, все закончилось. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. После окончания войны нас в Сталинград отправили. Надо было там продолжать разминирование. На полях гибли люди и скот. Много мин там было. Еще 7 месяцев мы занимались поиском и обезвреживанием мин. И противотанковые были, и противопехотные. Там около 90 тысяч, все разные мины. Собрали, кучку сделали и взорвали. Наших солдат очень много умерло от немецких мин. Великая благодарность всем, кто схватился с врагом в беспощадной борьбе и свернул ему шею. Хочу пожелать всем беречь мир, любить свою родину, уважать своих родителей и друг друга. Война – это очень страшно. Очень много разрушений и зла от войны. Берегите мир и друг друга. Мы воевали за мир. Thank you.